Будущее за цифровыми медиа и блогингом. В Одесской юракадемии стартовал совместный проект немецкого университета Падерборн и фонда по защите прав человека «Медиаплюр». Цель проекта – научить студентов посредством блогов передавать информацию и приблизить украинское образование к IT-формату в режиме онлайн. В рамках программы факультет журналистики юракадемии посетил немецкий профессор Марк Бойтнер, который разрабатывал новые методы электронного обучения, платформы соцсетей и игровой дизайн. Проект будет длиться 5 месяцев. В нем будут задействованы еще 2 университета – в Сумской и Черниговской областях. Проект реализуется в 3 регионах Украины. Это Сумская, Кировоградская, Одесская области. Мы реализуем его только с серьезными партнерами. Это вузы национального уровня, большое количество студентов, желающих принять участие. Вот, по сути, мы сейчас с туром проезжаем по стране. После этого у нас тренинговая программа, и после этого все пишут блоги. Ну, если совсем быстро и кратко. Да? По итогу, чего мы хотим? Мы хотим увидеть блоги, прочитать блоги, которые что-то меняют. И потом показать, ну, либо донору, либо другим партнерам, которым мы скажем, что эта схема работает, давайте масштабироваться, давайте выходить на национальный уровень, давайте идем в другие вузы. Развитие навыков у студентов факультета журналистики, представлять важные социально значимые проблемы через блоги. То есть проект, с одной стороны, посвящен блогерству как инструмента информации общества о важных проблемах. И мы ставим свою цель научить ребят писать блоги и быть ответственным за сказанное слово. Писать блоги, которые на самом деле могут решить важные проблемы не только, например, нашего города, возможно, всей Украины в целом.